у вас как раз в Валенсии кожа хорошая для таких шейков. Не, да? Я всегда одеваю играть. А у вас какое-то оно такое густое, да? Ну, короче, да. Стригут нормально. Так, вот. Видишь, видишь, на вот месте. Это прием. Это вот это тоже прием. А не вот это, знаешь, видел? Что? Не, широкая такая. Это 3-4 буквально. И взрыв. Позицию прошел. Чтобы он почувствовал борьбу. Кулак. С уходом в середину, середина, и газы, газы, тиши. Здравствуйте. Справа? Ну, так нормально. Сислав Павлович, первый раз в этом году играем с болельщиками, насколько соскучились по ним? Ну, естественно, есть такое. Другое дело, что все равно стадион не будет полностью заполнен. Но...
гол. Смотри! Да, смотри! Дальше, 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 дальше. Даже не летит, летает. Ну, иди мимо. Вот. Будь добр, два сделать. Отсюда? Отсюда? Ну, ты откуда хочешь сидеть? Давай, повышай. На три, да? Там хоть как бы ему попасть. Красота. А тут не просто бить. Уркач. Один, да? Ой, что, один? Отыгрываешь. Что не снимали? Отыгрываешь? На три сразу, да? Да, да. Я первый. Все, давай, три, будь добр. Билеты на WhatsApp приходят, да? Давай последний, что, один, один. Давай, да. А вы не могли бы, если вам не сложно, с нашим куратором Путановым связаться? Точно. Да, точно. Да, прилучь, не трогай, куда ты что издеваешься? Перебивай. Хорошо, спасибо большое. Я вообще, да, вот эти нюансы уже как бы, ну, типа, куратор, который, да. Не трогай! На чем ведь не трогай? В сетке был мяч! Давай, курка, я биваю. Куда? Забиваю, нет, нет, да. Через мало. Билеты дадут, да? Электронный. Проводим ее в видеоформате. Я надеюсь, все журналисты, которые получили ссылку, сейчас смогут увидеть и услышать наших спикеров. Ну, все шло по плану, идет по плану, сопутствуют все на месте, те, кто должен быть. Я думаю, любой, кто выйдет играть, я думаю, увы, готов. И командой игрой, игрок. Вентикини Хьюитон Хранен и Логет. Практически Ларсон вливался. На этом завершаем, уважаемые представители СМИ. Мы вас не видели сегодня, в отличие от вас. Но тем не менее, спасибо за ваши вопросы. Интересные, корректные. И до встречи завтра на арене ЦСКА. Спасибо. Все хорошо. Так, не благодарю.